первый iPhone и первый iPad, беспроводной первый наш интернет, и первый шопинг на первый кэш, первый чизкейк, а к нему первый фреш, первый флешмоб, перешедший мейнстрим, первые посты и комменты к ним, советский первый интерактив, первый дресс-код, первый корпоратив. Все, что в жизни радует нас, все, что так приятно для глаз, все, что ставим детям мы в пример, сделано в СССР. Все, что в жизни радует нас, все, что так приятно для глаз, все, что ставим детям мы в пример, сделано, сделано в СССР. Первый швец и первый спрайт, первая флешка на 100 килобайт, гамбургер первый и первый твит, первый блокбастер и наш первый хит, первый брейкданс и первый диджей, первый кроссовер и первый бобслей, первый андроид и первый год, первый компьютер и первый айпод. Все, что в жизни радует нас, все, что так приятно для глаз, все, что ставим детям мы в пример, сделано в СССР. Все, что в жизни радует нас, все, что так приятно для глаз, все, что ставим детям мы в пример, сделано, сделано в СССР. Первый офшор и первый прайм-тайм, первый колл-центр и первый онлайн, наш самый первый живой стендап, первый секс-символ и первый стартап, наш первый клип и первый бойс-бэнд, первые суши и первый акцент, советский фитнес и первый страйк, наш первый пост и его первый лайк. Все, что в жизни радует.